Итак, йо-йо-йоу, здорово все мои маленькие рок-пацаны и рок-девчонки, и с вами передача «Рок-урок с дроном-дрончиком», первый выпуск так называемый. Я начал думать о сне, я руками залез в говно, я сломаю свое окно, я хочу умереть молодым. Сегодня я вам расскажу, секундочку, это важно. Сегодня я вам расскажу, как правильно играть песню группы «Насрать под дверь», лучшей рок-группы, панк-группы 2017 года, по мнению канала «Дрон Мача». Вот, и сегодня я вам полный разбор песни этой составлю. Она очень прикольная, я думаю, вы все ее слышали. Если не слышали, послушайте, забейте в Google, в Яндекс, песня группы «Насрать под дверь», песня «А». Вам он выдаст песню сразу крутую, послушать, скачать, доступно бесплатно на всех платформах, ребят. Послушайте. А для тех, кто слушал, начинаем рок-жест. Итак, давайте сначала примерно покажу, как она играется. Мастер исполнения. Я сначала вам разберу структуру самой песни, самой композиции. Песня состоит из следующих 5 частей, ребята. Первая часть — это у нас куплет номер 1. А вторая часть — это припев номер 1. Далее у нас идет куплет номер 2, ребят. Далее у нас идет соло. Далее у нас идет наиболее жестокий припев номер 2. Он будет немного отличаться от первого. Вот. Куплеты одинаковые полностью, ничем не отличаются. А вот припевы немножечко отличаются. Чем именно, я вам расскажу. Давайте разберем по блокам все. Куплеты играются у нас следующим образом. Всего в куплет содержит в себе 12 букв А. Вот. По 3 буквы на каждый аккорд. Вот. Всего у нас в куплете присутствует 2 аккорда. Первый аккорд называется А. Ну, как и песня сама, вот она называется. Такой аккорд, смотрите сюда. Вот так зажимается. Вот так вот. То есть сначала мы играем. Так. Следующий аккорд называется аккорд имени дрона-дрончика. Шестая струна — третий лад, пятая струна — второй лад, остальные струны открытые. Это аккорд имени дрона-дрончика, если вы не знали. Далее играется следующим образом. Вот такой вот бой. И еще разочек. То есть получается... Так, это значит у нас куплеты. Далее переходим к припеву. Припев, он немного попроще, содержит в себе всего один аккорд. Вот, аккорд называется ДМ, вот так он выглядит. Играется следующим образом. То есть припев содержит в себе, припев номер один, я повторяю, содержит в себе 6 букв А, по 2 строчки в моей записи, вот. Так называемый припев номер один. Куплет номер два вот, выглядит точно так же, как и первый куплет, вот. Дальше соло. Соло, оно интересное, потому что оно нестандартное, во-первых, потому что у этой песни нет какого-то определенного соло, то есть каждый раз соло играется по-новому. В основном я просто зажимаю какие-то... любые просто рандомные эти места на первой и пятой и шестой струне. Это... Ну, вот так вот хилачу. Вот такой вот рок-музыка это называется, ребят, профессиональная. Вот так вот херачишь просто, пока не надоест. Когда надоест играть соло, вы соло заканчиваете. Вот сюда вниз надо куда-то вести, чтобы прикольно было. Вот. Соло заканчивается у нас на этом. Когда вам надоедает, можете хоть, блядь, 10 минут его играть. И далее начинается самая интересная часть. Эта часть называется припев номер 2. Начинается он так же, как и припев номер 1. То есть... Мы вот с вами проходили уже, это вы знаете. А далее у нас начинается часть с приколом. Такая... Yeah!
гитара, чтобы был зажат у вас аккорд D, вы можете с гитарой вообще что угодно нахер. Как угодно нахер, можете по ней ударить. Брать. Даже не охричать, а вообще просто, блядь, вообще что угодно, любые можете звуки, короче, повторять, и вот пока надоед, пока вам не надоест, херачьте там, блин, это, берете, херачьте там вот, и пока надоест, просто глушить струны, все, конец песни, вот такая песня. Вот, ну что ж, сегодня был разбор песни А, я надеюсь, вам понравится первое видео на тему гитарных уроков. Подписывайтесь на канал, нахрен, Дрон Моча, ставьте жирные пальцы вниз, и подписывайтесь на основной канал, и до новых, пацаны, рокеры, нахрен, встреч.